общем, я люблю дарс делать с любого положения. Я могу в ги делать без ги, мне без разницы. То есть, как бы, если я беру вот здесь захват. Олеж, мне кажется, развернуться надо от окна к ребятам, а то все попался как-то. Как сказал смотрящий, что ты делаешь? Вот, захват гейбл грип. Бум, бум. И к себе прижимаем, бум. Здесь вариант номер один. Нога опорная, с колен дарс сделать я не рекомендую, потому что когда вы будете его сбивать, вы провалитесь. Сами, я уже уйдет. Мне нравится всегда соблюдать опору. Это вот эта опорная нога. Гейбл грип, прижали. Слушаем, что у него там на спине. Сбиваем рук. У него там сердце. Вот. Сбиваю за счет рук. Выкурываем движение, бум. Грудью контролируем. Обязательно. Дальше перехватываю за затылок. Продеваю руку в голову, слушаю. Закрываю. Не обнимаю себя за бицепс раньше времени, руку держу прямую. Закрываю. Вот таким вот захватом. И кладу. Я могу сделать спрол, но мне нравится вот этот вариант. Самый лучший. Либо спрол классический. Тренировался и тренировал в другом регионе, в сильном клубе, признан одной из сильнейших команд в России в стреле. Волею судеб оказался у нас. Человек соревнуется постоянно, человек тренирует взрослых и детей. Безусловно, заслуживает и неоспоримо этого ранга. Ну, а у кого есть сомнения, могут прийти проверить. Вторник, четверг. Добро пожаловать. Нежданчик. Ребят, всем спасибо. Я просто благодарю Андрея, который мне помогает, Михаила, который мне помогает. То есть я хожу и к Андрею, и к Михаилу, и постоянно черпаю какие-то знания, проверяю свои навыки, а также делюсь с другими своими навыками. На моих глазах растут мои ученики, в том числе как бы я вижу свое отражение, то есть техники, которые я им даю. В общем, на самом деле это все пояс поясами, как бы, человечество, оно никуда не уходит, как бы, команда и мужская какая-то честь. То есть это самое главное. То есть пояса это все хорошо, но на деле лучше доказывать поступками. Всем спасибо. Двадцать вторая планета.